Дамы и господа, Перекресток. Время. Самый драгоценный ресурс из доступных человеку. Как говорит Дудь, будущее зависит от того, чем мы занимаемся сегодня. И сегодня я предлагаю уделить время себе, инвестировать в будущее. Приступим. Научно доказано, что в среднем человек тратит свое время на следующее. 25 лет на сон, 11 лет на работу, 4 года на дорогу, 3 месяца из которых на стоянии в пробках, 1,5 года на приготовление еды и 3,5 года на обед. 60% нашей жизни мы проводим за экранами телевизора, компьютера, телефона. Я украду у вас минуту, но взамен дам информацию, которая поможет сохранить годы. Ведь, как известно, сегодня делай то, что другие не хотят, и завтра будешь жить так, как другие не могут. Итак, легкий путь, как сэкономить себе целых 1,5 года жизни. Я называю этот путь «путь здорового перекуса». Перекресток приготовил для вас избавление от кухонного бремени. Орешки, сухофрукты, специальные обеды, которые стоит только разогреть и наслаждаться временем, сэкономленным для будущего. Не благодарите,